23 мая 2021 года Анатолию Евгеньевичу Карпову исполняется 70 лет. Прославленный спортсмен, 12-й чемпион мира, шестикратный победитель всемирных шахматных олимпиад в составе сборной СССР, победитель более 180 турниров всевозможного масштаба и уровня. Вся команда Chess.com.ru поздравляет Анатолия Евгеньевича Карпова с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и увеличение количества победных турниров до следующего юбилея. А в этом видео мы посмотрим 5 ярких побед Анатолия Карпова. Конечно, выбрать 5 партий в карьере такого великого спортсмена – очень непростая задача. Поэтому в этом видео мы вспомним о 5 победах, одержанных Анатолием Евгеньевичем Карповым в его матчах на первенство мира. Благо, за свою карьеру Карпов сыграл 10 матчей за мировую шахматную корону. Первым матчем за мировую шахматную корону для Анатолия Карпова должен был стать матч 1975 года против Роберта Фишера. Но, к сожалению, для всего шахматного мира этого матча не состоялось, и Анатолий Карпов был провозглашен 12-м чемпионом мира по шахматам. Следующим матчем за мировую шахматную корону для Карпова стал матч 1978 года в Багио против Виктора Корчнова. Вся советская шахматная машина в лице Анатолия Карпова и дерзкий злодей, невозвращенец Виктор Корчной. Про этот матч написаны книги, сложены песни, и вскоре увидит свет полномасштабная кинематографическая картина. Ну а мы поговорим о шахматной составляющей. После успешного начала матча, матч шел до 5 побед и Карпов вел 5-2, Карпов потерпел ряд поражений и счет стал 5-5. Однако уже следующая, 32-я партия, стала последней в матче. Карпов выиграл партию и матч. Вот что пишет об этой встрече и об этом матче сам победитель в своей книге «Мои лучшие партии». Более 2 месяцев продолжалась битва в Багио. И дела у меня складывались вполне успешно. После 27-й партии счет побед достиг 5-2. И казалось, матч подошел к концу. Но излишняя уверенность расслабила меня. И отчаянными усилиями соперник сравнял счет 5-5. За 4 партии я потерял то, что завоевал в 27. Было от чего сокрушаться. Но все же я сумел сбросить с себя груз обидных промахов и настроился в 32-й встрече дать решительный бой. Я играл спокойно, уверенно, а получив подавляющую позицию, внушал себе только не торопиться. Помня, что желание побыстрее реализовать перевес меня уже не раз подводило. Итак, на доске позиция из 32-й партии матча на первенство мира 78 года Карпов-Корчной в Багио, 25-й ход белых. Анатолий Карпов, пользуясь тем, что черные фигуры ушли слишком далеко от королевского фланга, наносит сокрушительный удар в центре. Е4, Е5. Этот ход возможен благодаря тому, что пешка на D5 неприкосновенна. В случае конь F бьет D5, у белых есть возможность дать неприятный шаг как с H5, так и с F5. Например, конь H5 шах, после GH выясняется, что черный король беззащитен. Ферзь G5 шах, король H8, ферзь h6, ферзь и слон нападают на поле h7, f5, конь g5. И вновь конь помогает ферзю в атаке, пешка e5 держит поле f6, и от угрозы ферзь бьет h7, защититься никак нельзя. Поэтому после хода e5 бить на d5 конем f нельзя, в случае конь cd5 последует промежуток, ef шахом. Черным ничего не остается, как побить на e5, ферзь бьет e5, и вновь стоит отметить замечательное расположение белых фигур и одинокое положение черного короля. Конь бьет d5, слон бьет b5, ладья a7. И здесь правильный ход, но не в совсем точном оформлении. Конь h4 играет Анатолий Карпов, гораздо более сильнее было сначала предварительно отогнать коня с d5 и только на конь c7 сыграть конь h4. После конь бьет b5, cb, как ни странно, но вновь черные беззащитны от планов белых, связанных с атакой черного короля. После слон c8 может последовать ферзь g5, конь f5. Очень страшная угроза, ну а после король h8 решает красивый удар
ладья бьет Е7. Карпов же продолжил партию конь H4, и здесь черные ошиблись. Они сыграли слон C8, а у них был хороший ход, который мог переломить ход борьбы. Ферзь B8. В своей книге Карпов отмечает, что на ферзь b8 он собирался ходить c4, ферзь e5, ладья e5 с подавляющей позиции. Но, однако, после ладья e5 у черных есть возможность сыграть ладья a5, и перевес белых улетучился. Как закончится партия, уже непонятно. Но в партии черные не обнаружили этот вариант, сыграли слон c8. Здесь последовал очень симпатичный ход, пользуясь тем, что слон на b5 уже находится вне игры, пешку на b5 он забрал, слон e2. Перевод слона поближе к месту развивающихся действий и попытка поставить слона на длинную диагональ, на большую диагональ, связав коня d5. Слон e2, слон e6, c4, конь b4, ферзь бьет c5. У белых большой перевес, ферзь b8, здесь Карпов верный своему стилю, играет очень аккуратно, слон f1, возможно, излишне аккуратно. Вновь у белых была очень красивая возможность сыграть слон g4. Достаточно неожиданный ход под два удара, но выясняется, что после слон бьет g4, а же конь бьет g4, последует вновь знакомый нам ферзь g5 с идеей конь f5 и ферзь h6, а также на e7 пешка провисает. Если же побить конем, конь бьет g4, а же слон g4, ход невозможен ввиду ферзь d4 с двойным ударом. Но был сделан ход слон f1. Черные вновь допустили неточность. Смею предположить, что они уже находились в сильном цейтноте. И играть под таким давлением в позиции с ограниченным количеством времени очень непросто. Они сделали ход ладья c8. Последний их шанс заключался в ходе h6. Очень важное поле g5 для ферзя следовало черным взять под контроль. А после ладья c8, ферзь g5, позиция вновь стала абсолютно безнадежной. Еще последовали цейтнотные ходы. Король h8, d2, конь c6, ферзь h6, ладья g8, конь f3. Конь перемещается с края доски на поле g5, ферзь e3. И две проходные, связанные белых, делают позицию незащитимой для черных. Последовало b6, 41 ход, партия была отложена. И не возобновляя борьбы, Виктор Корчной сдал эту партию. Таким образом, Анатолий Карпов защитил свое звание чемпиона мира. Следующим матчем за шахматную корону стал для Карпова матч 1981 года в Мирано, вновь против Виктора Корчного. На сей раз Карпову удалось одержать победу с убедительным счетом 6-2 при 10 ничьих и отстоять шахматный мировой титул. После поединков с Корчным на шахматном горизонте появился другой грозный соперник для Карпова. Что примечательно, фамилия этого соперника тоже начиналась на букву «К». Гарри Каспаров. Эпоха великого противостояния Анатолия Карпова и Гарри Каспарова насчитывает 5 матчей на первенство мира. Более 6,5 лет борьбы и 144 партии, сыгранные в рамках этого исторического соперничества. Первый матч Карпова и Каспарова начался 9 сентября 1984 года. О этих матчах можно почитать в великолепном сборнике Гарри Каспарова, посвященном этому великому противостоянию. А в этом видео мы посмотрим 17-ю партию матча 1990 года, игранному в Нью-Йорке и Лионе, где Каспаров одержал победу в матче со счетом 12,5 на 11,5, но в этой партии победил Анатолий Карпов, и партия, как мне кажется, является отличным примером на важность владение открытой линией. Позиция на диаграмме ход белых, и следует очень сильный ход, возможно, где-то недооцененный Каспаровым, ладья c6. Борьба за единственную в позиции открытую линию c. Белые пользуются тем фактом, что после ладья c6, dc, выясняется, что король черных чувствует себя очень неуютно. Например, после ферзь бьет c6, последует ферзь d8, слон f8, слон h6. Победой. Если же черные пытаются заблокировать пешку c ферзем, ферзь c7, то слишком уж сильна отдаленная проходная пешка c, и белые здесь могут выиграть несколькими способами, пользуясь сильной позицией своих фигур. Например, можно предложить такой вариант: слон h6, ферзь бьет d7, cd, слон c7, e5,
А5, король F1, B4, король E2. Этот вариант приводит в своей книге Анатолий Евгеньевич Карпов. Ну, кроме хода слона H6, можно еще пойти слон B4, нападая на пешку E7, что тоже должно привести к победе. Например, после E6 черный король попадает под матовую атаку. Бывает, что атака и малыми силами очень страшна и приводит к летальному исходу. Вот такой вот мат могут поставить белые в варианте ладья бьет c6. В партии же было слон e5, слон c3. Вновь нельзя побить на c6. После слон c3, ферзь c3, ладья c6, dc, ферзь c7. Этот ферзевый эндшпиль тоже оказывается с решающим перевесом у белых. Сначала они могут усилить свое положение на королевском фланге, а потом в нужный момент подойти ферзем на d7 и вытеснить соперника черных с поля c7. Поэтому в партии последовал слон b8, но здесь фигуры белых слишком сильны. Ферзь d4, батарея по большой диагонали, угроза мата, f6, слон a5, еще один замечательный ход, подчеркивающий неуклюжее положение черных фигур. Вновь на c6 брать нельзя, ввиду того, что после ладья c6, dc черные проигрывают слона на b8. В партии последовал слон d6, ферзь c3, сдвоились фигуры белых, выиграли эту битву за линию c и смотрим, как Карпов довел эту партию до победы. А3, король g7, g3 усиливает положение своих пешек на королевском фланге, ферзь c5, h5, слон c7. И последнюю активную фигуру черных белые выбивают с этой стоянки, слон a1, слон f4, ладья заходит на обжорный ряд, и черные беззащитны против надвижения пешки d. Замечательная партия, без спецэффектов, но демонстрирующая огромную важность открытых линий. В 1993 году в шахматном мире начался период раскола. В это смутное время современных шахмат Карпов стал трижды чемпионом мира по версии ФИДЕ. Первую такую победу он одержал в 93 году в матче против Яна Тимона, проходившего в Нидерландах и Индонезии. Матч игрался на большинство из 24 партий и закончился досрочной победой Карпова со счетом 12.5 на 8.5. На доске позиция из 15-й партии этого матча. Белые неудачно разыграли защиту Немцовича, король в центре, фигуры не развиты и не скоординированы. И неудивительно, что Карпов наносит удар. Ладья бьет b3. Ничего сверхъестественного, но когда ладья отдается за пешку, это всегда красиво. Ферзь бьет b3, dc. Правда, конечно, стоит отметить, что жертва ладьи временно, и это не совсем жертва ладьи, а своеобразный обмен большого количества пешек и коня на ладью. Ферзь a2 последовала в партии, cd, король f2, ладья f6, время защитить висящие пешки, ладья c1, король g7, консолидировавшись, черные переходят в наступление. Пешки D и C слишком сильны, и белые фигуры беззащитны против плана с их надвижением. К тому же король на F2 все так же чувствует себя неуютно. В случае слон D3 выигрывает конь B4, пользуясь тем, что пешка A3 связана. Попытка откупиться качеством за эти пешки не приносит облегчения, потому что король белых попадает под матовую атаку. Король F3, G4 мат, король G1, ферзь бьет E3. И пешка D остается на доске и решает исход партии. Ферзь B2 попытался связать фигуры черных Ян Тимон, но последовал удар в центре E5, FG, HG, ладья C3. И здесь можно было бы продолжить надвижение пешек на королевском фланге, скрывая позицию короля, но Карпов вновь верен себе, никаких резких движений, ферзь b6, зачем что-то считать и вскрывать позицию не только короля белых, но и черных, когда можно спокойно разменять ферзей и перевести партию в абсолютно выигранный эндшпиль. Ладья h5 последовала, конь e7, намереваясь выбить ладью с блокирующего поля, слон d3, cd, ну и в этом эндшпиле через несколько ходов белые признали свое поражение. Такая достаточно неожиданная победа Карпова не в позиционном стиле, а в ярком комбинационном ключе. Что же, Анатолий Карпов называл сам себя универсальным игроком. Порой позиция требует ярких решений.
Почему бы не нанести удар? Следующим матчем на первенство мира по версии ФИДЕ стал для Карпова матч 1996 года против Гаты Камского, проходивший в Элисте. Матч был выигран Карповым досрочно уже после 18-й партии, а на доске позиция из 4-й партии этого матча – очередной позиционный шедевр, на этот раз на тему «Как играть против изолятора». Итак, у белых изолированная пешка на d4, видим, что она заблокирована, слоном d5, и черные делают очень сильный ход, ладья e4. Еще больше надавливая на пешку d4 и улучшая позицию своих фигур. Конь f4, конь ушел с d3, чтобы белые могли защитить на d4, но черные пользуются тем, что конь уже не на d3, ходит b5. Нет ухода конь c5. Ладья dd1, слон c4, как известно, блокировать изолятор очень хорошо, но чтобы выиграть эту изолированную пешку, в какой-то момент надо блокаду снять, открыть линию перед ней и съесть эту слабость. Ладья c1, h6, профилактика против возможного h5, ладья c3, b4, ладья c2, ладья c6, маневры фигур, слон b5. Конечно, стороне, которая играет против изолятора, выгодны размены фигур. Чем меньше фигур у соперника, тем сложнее защищать эту слабость. А изолированная пешка все-таки является слабостью. Король h2, король h7, ладья c6, слон c6. Здесь предцветнотная неточность. Наверное, последний шанс у белых был все-таки сыграть d5, сбросить эту изолированную пешку, но вскрыть линии, попытаться как-то обострить игру, наладить координацию фигур. Белые не воспользовались этой возможностью. Сыграли ладья c4, последовал ход слон f8. Еще один ход в этой партии, который мне очень-очень нравится. Не шаблонный ход. Вроде бы слон переходит с отличной стоянки, с большой диагонали на другую диагональ. Но этим переходом, этим маневром подчеркивается кученность белых фигур на диагонали h2, b8, угрожает очень неприятная слон d6, и позиция белых просто разваливается. Конь d3 последовало. Здесь Карпов сыграл ферзь e6. Сам он в своей книге отмечает, что это несколько досадная цветнотная неточность. Намного сильнее было ферзь d5, как раз чтобы не позволить белым сыграть d5. Потому что после ферзь e6 d5 было сыграно, и это немного затянуло борьбу. Выиграли черные пешку. Правда, белые сразу же ошиблись. Решили эту пешку отыграть. Съели на а7. Лучше было сыграть конь c5 и попытаться разменять фигуру, а может быть даже где-то получить разноцветный эндшпиль. Ну, конечно, после конь c5 черные, скорее всего, не будут ходить слон c5, пойдут ферзь d5, но впереди еще долгая реализация. В партии же последовало слон а7, и выяснилось, что после слон d6, конь f4, ферзь e5, двойной удар на слон e3, следует ферзь бьет b2, в партии же было сыграно конь h3, тогда черные пошли ферзь e7. И вновь на доске двойной удар. Защититься от двух этих угроз невозможно. И Гата Камский сдался. Последним, 10-м в карьере для Анатолия Карпова матчем за звание чемпиона мира по шахматам стал его поединок с Вишванатаном Анандом, который он сыграл в 1998 году в Лозанне. Международная шахматная федерация в то время меняла цикл розыгрыша звания. Отборочный этап прошел в 1997 году в декабре в Гранингене. Его выиграл Ананд, и в январе в Лозанне они встретились с Карповым. Матч был очень напряженный, проходил в нервной борьбе. То один, то другой шахматист одерживали победу. Закончилось все на тайбрейке. Карпов победил, таким образом отстоял свой титул чемпиона мира ФИДЕ и больше в матчах за шахматную корону не играл. А на диаграмме позиция из первой партии этого матча. Наверное, всю эту партию приводить я не буду, потому что в ней 108 ходов. Но вот эту позицию я хотела отметить. Мы уже видели удар Карпова в матче с Тимоном, где он пожертвовал ладью. А здесь чем-то похожая ситуация, но в этот раз в жертву приносится целый ферзь. 31-й ход, и белые бьют ферзем.
на g7. Взятие ферзем пешки защищенной всегда вызывает уважение. Ну, в данном случае после король бьет g7, следует слон бьет f6, затем слон бьет e5. Таким образом белые съедают черных коней, и получается очень интересное окончание. Ферзь против двух ладей. Карпов считал это окончание выигранным. В своей книге он сказал, что победа лишь вопрос времени. Правда, для победы потребовалось более 70 ходов. Какова оценка на самом деле этого окончания, я не уверена. Мне кажется, что все-таки скорее ничья. Но отмечу, что после ферзь b2 следует красивый линейный мат. В партии последовало h5. Стоит или нет двигать пешку на h5, тоже очень серьезный вопрос. Может быть, следовало просто королем уйти на линию h, пойти король h5. Но, так или иначе, партия постепенно, король f1 сыграли белые, постепенно возник эндшпиль, две ладьи против ферзя с пешкой b, шах за шахом, ход за ходом, промотаю очень-очень быстро, в темпе блиц. Король белых все-таки смог дойти до пешки b. Повторюсь, мне кажется, что черные могли играть точнее, но утомленный уже к тому времени Анант после своей битвы в Гронингене в конце концов допустил неточности, пропустил короля пешки b, ну и уже три фигуры вместе с отдаленной проходной вынудили черных капитуляции. И капитуляция произошла на 108 ходу. Была возможность у белых и раньше закончить эту партию, но об этом наша история умалчивает. Постепенно, постепенно белые победили, и эта победа стала первой в этом матче для Анатолия Карпова, который закончился победой на тайбрейке. Таким образом, 10 матчей за мировую шахматную корону сыграл Анатолий Карпов. И в этом видео мы вспомнили все эти матчи и разобрали 5 побед Карпова. Уверена, что у каждого зрителя есть какие-то любимые победы Анатолия Карпова. Делитесь ими в комментариях, будет очень интересно услышать, какие партии 12-го чемпиона мира оказали на вас влияние, возможно, помогли в становлении шахматном, ну или просто порадовали. Надеюсь, вам это видео понравилось. Еще раз поздравляю Анатолия Евгеньевича Карпова с 70-летним юбилеем и закончу это видео словами Карпова, которые я очень часто использую на вопрос: что для вас шахматы? Шахматы – это моя жизнь. Но моя жизнь – это не только шахматы. Будьте здоровы, играйте в шахматы. С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк.